И будем начинать наш сегодняшний вебинар. Как у остальных? Прошу написать. Отлично. Да, вижу, что плюсики пошли, значит, звук есть. Рад вас всех приветствовать на нашем еженедельном вебинаре, который с прошлой недели поменял свое название, да, несколько я его скорректировал, чтобы сделать его более общим, да, то есть который включает для себя именно полностью разбор текущей ситуации. Безусловно, основные элементы, на которые мы уделяем внимание в рамках данного обзора, это элементы price action, то есть того, как ведет себя цена, поиск паттернов, поиск закономерностей и определение целей на ближайшую неделю. Представлюсь для тех, кто, прошу прощения, перед началом, да, как всегда, предупреждение о рисках. Важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках связана с рисками, и прежде чем переходить к работе на реальном счету, убедитесь, что вы знаете все риски, которые могут быть. И важно, что касается в рамках данного вебинара, вся информация дается в целях ознакомления, в целях обучения и не может являться прямой рекомендацией к действию. Алекс, вот чуть прибавил звук, попробуйте отрегулировать у себя, потому что если я добавлю, то качество несколько может теряться, да? Попробуйте у себя тоже отрегулировать. Представлюсь, меня зовут Исаков Роман, я являюсь региональным менеджером компании Admiral Markets. В компании Admiral Markets работаю уже более 5 лет, ну а мой опыт трейдинга составляет порядка 8 лет. Именно в рамках данного вебинара я делюсь своими наработками, своим видением, своим мнением, и мы с вами обсуждаем текущую ситуацию на рынке. Отлично. Я представился, да, вот я вижу, что новые имена, по крайней мере, мне они кажутся новыми, поэтому, коллеги, пожалуйста, просигнализируйте те, кто у нас на этом вебинаре присутствует впервые. Поставьте в чате цифру 1, и я пойму, какое количество участников у нас пришло в первый раз. Да, вижу также большое количество имен трейдеров, да, которые постоянно посещают наш вебинар, но и вижу, что постоянное количество новых слушателей также увеличивается. Да, вот вижу. Как остальные коллеги, если вы присутствуете в первый раз на данном вебинаре, ну и в принципе на вебинарах, которые проводит компания Admiral Markets, если вы не знакомы с платформой webinar.ru, она может быть несколько новой для вас, и для того, чтобы что-то написать, вот в правом нижнем углу чата есть поле, где написано «Введите сообщение», туда вы набираете ваше сообщение, нажимаете кнопку Enter. Отправить кнопки как таковой отдельно нет. То есть вы просто набираете и нажимаете Enter. Тогда я увижу ваше сообщение и смогу его прочитать. Но пока вот Виктор столько написал, что он, да, единственный человек, который новый присутствует на нашем вебинаре, я думаю, что такие будут чуть позже, либо кто-то просто включил вебинар, да, не находится за экраном, а, что называется, нас слушает. Я расскажу, в каком режиме у нас проходит данная серия вебинаров, да, то есть у нас каждый вебинар, во-первых, идет каждую неделю, да, в 19:30 по Москве, по московскому времени, да, сейчас оно совпадает с европейским, но в октябре, насколько помню, часовые пояса в Европе меняются, и мы будем ориентироваться именно на время московское, да, то есть это тоже имейте в виду, в ближайшее время эти изменения произойдут. Мы с вами встречаемся, да, раз в неделю, смотрим, что было на неделе предыдущей и строим планы на неделю предстоящую. То есть я расскажу по основным инструментам, что на них есть интересно, на какие важные особенности нужно обратить внимание. Но важный момент, да, ситуация на рынке может поменяться, к примеру, уже завтра. И фактически наш план, он может потребовать корректировок. Ну и как трейдеры вы должны понимать, что всегда есть основной план, да, развития ситуации и всегда есть альтернативный. Так вот, для того, чтобы вы всегда были в курсе последнего, ну, альтернативного плана, к примеру, или подтверждения того плана, который был обозначен на вебинаре, я каждое утро записываю видеообзор, на котором как раз и рассказываю, что произошло за предыдущий день, да, то есть такой сжатой информации на предстоящий день.
Поэтому для всех, кто еще не подписался, и для тех, кто присутствует впервые на вебинаре, вот я приложил ссылку на наш YouTube канал. Нажмите подписаться, поставьте колокольчик, и вам будет приходить уведомление о всех новых видео, которые мы добавляем и загружаем. Ну и не забывайте ставить лайк во всех видеообзорах, да, которые вы смотрите, во всех видео, которые мы добавляем. Это нас очень, ну, во-первых, всем это нравится, да, мы видим, что та информация, которую мы добавляем, она полезна, и, собственно, это важно для нас, поэтому прошу вас ставить лайк, да, ко всем видео, которые мы публикуем на нашем YouTube-канале, стараемся сделать для вас их максимально информативными. И вот также, коллеги, я напомню, что с прошлой недели мы начали тестировать формат онлайн-трансляции, то есть когда в режиме реального времени идет публикация каких-либо данных, и мой коллега Фредерик, который вот как раз специализируется в своей торговле на фундаментальном анализе, комментирует те события, которые появляются. Следующее будет у нас в среду, это минутки ФОМК. Соответственно, для того, чтобы не пропустить, также поставьте колокольчик на нашем YouTube-канале, и мы вас обязательно уведомим о трансляции, которая будет проходить онлайн. То есть вы сможете в режиме реального времени получить комментарии о рынке, который будет идти в момент публикации данных. И мы будем проводить несколько таких трансляций в неделю. Такой формат, в принципе, на мой взгляд, ну и в принципе по отзывам является наиболее интересным, потому что сразу же можно получить информацию, которую, в принципе, можно использовать в ваших каких-то торговых идеях, торговых решениях. И вторая часть, да, это мы стараемся всегда вести диалог, да, то есть порой вы задаете вопросы в чате, да, к чему я, безусловно, призываю, если у вас вопрос возникает в режиме в момент нашей трансляции, в момент нашего вебинара, обязательно пишите его в чат, и я буду останавливаться на ваш вопрос отвечать, потому что я не хочу, чтобы наш вебинар превращался во что-то одностороннее, да, я вам рассказываю о валютных парах, да, с одной стороны, вроде кажется, что все понятно, но порой вопросы появляются, поэтому если вопрос есть, пишите, я обязательно остановлюсь и дам свой комментарий. Если вопрос у вас появится позже, прикладываю свою почту, вы можете написать мне его личным сообщением и прикладывайте скриншот, пишите описание, к примеру, сделки, которую вы планировали открыть, но какие-то были вопросы, какие-то были сомнения, то есть все, что у вас на тот момент было, присылайте мне, я либо вам дам ответ непосредственно в личном сообщении, либо мы сможем вынести это уже на обсуждение на нашем следующем вебинаре. Ну вот в таком режиме, в таком ключе мы и будем работать. Коллеги, вот как раз к вопросам, да, я на предыдущей неделе не получил вопросов, ну точнее их было не так много, чтобы вынести на общее обсуждение, поэтому хотелось бы начать с того, что, возможно, у вас, да, появились вопросы. Напишите, пожалуйста, их сейчас в чат, да, если вопросов как таковых нет, да, ко мне. Вопрос может быть там касательно какого-то инструмента, да, какой-то торговой стратегии, какой-то торговой идеи. То есть, в принципе, все, что у вас есть в голове, постарайтесь вот вложить несколько слов, написать их сейчас в чате, и я в ходе нашего вебинара на них также остановлюсь. Ну или поставить плюсик, да, который будет означать, что вопросов пока нет, да, они, возможно, появятся в ходе вебинара. И я, собственно, тогда уже перейду к основной теме, к основному вопросу текущего вебинара, и уже будем рассматривать рынок. Но как-то просигнализируйте, потому что довольно-таки сложно, когда я вижу только чат, да, не вижу вас. И порой подобный формат проведения обучения, он несколько неудобен, да, в формате обратной связи. Также, коллеги, я хотел напомнить, что со следующей недели, ну и напомнить, да, и для тех участников, кто присутствует впервые, сказать о том, что
Со следующей недели стартует курс персональной инвестиции. Многие из вас его уже проходили. Ну а те, кто хочет вот разобраться фактически в том подходе, на основе которого я буду сейчас анализировать рынок, да, потому что все равно рассказать обо всем в рамках нашего вебинара, который идет всего час, просто невозможно. И я расширил, так скажем, этот формат. У нас идет серия из трех вебинаров, которая называется «Курс персональной инвестиции», он стартует со следующей недели. А занятия будут проходить в понедельник, среду и пятницу в 18:30 по московскому времени. Поэтому, если для вас интересно, да, получить больше знаний, подходе трейдинга, да, о котором я буду говорить, то регистрируйтесь на курс. Все, что нужно, собственно, для его участия, это свободное время вечером, да, это час-полтора, и ну, наличие, по крайней мере, демо-счета в компании Admiral Markets. И, собственно, все. Да. Поэтому, если хотите получить полное представление о том, ну, максимально полное, насколько это возможно, уложить его за 3 дня, о том, что мы делаем, да, о торговой стратегии, о торговой системе в целом, да, я не говорю, что это вот именно та торговая система, которая может только, да, показывать результат, потому что сколько трейдеров, столько и фактически подходов. Вот я больше буду говорить не о какой-то конкретной торговой стратегии, безусловно, я буду на нее ссылаться, но я буду рассказывать о трейдинге в целом, да, какие шаги нужно пройти для того, чтобы трейдинг действительно стал тем занятием, которое в перспективе, да, позволит вам получать прибыль, да, и ее наращивать. То есть все, что нужно для трейдинга. Вот Иван задает вопрос, где колокольчик? Очень хороший вопрос. Коллеги, давайте я сейчас покажу, ну, если такой вопрос возник, я думаю, что он тогда актуален. Вот сейчас перед вами должен быть наш YouTube-канал, да, YouTube-канал компании Admiral Markets. В разделе «Главное», да, вот на главной странице. Сейчас я сделаю вид, как он, скорее всего, у вас, да, отображается. То есть вот в правом верхнем углу есть кнопка «Подписаться». И, собственно, когда будут проходить онлайн-трансляции, будет такая возможность нажать на колокольчик, то есть когда переходите вот в саму онлайн-трансляцию, там будет такая кнопка «Напомни», да, вот вы на нее нажимаете, и, собственно, после этого уже вам будут приходить уведомления. Но когда вы подпишетесь, то, давайте сейчас я проверю, сейчас я вижу несколько другой вид. То есть, если здесь, собственно, подписаться, и можно поставить настройки, на свой канал мне подписаться не дают. То есть, ну, коллеги, вот здесь у вас будет оформлена данная подписка, то есть вот колокольчик, он должен быть вот именно здесь. Ну, а когда вы смотрите видео, там есть кнопка «Поставить лайк», обязательно это делайте, и, собственно, это будет очень хорошо. Отлично. Переходим тогда. Вот, да, вижу, Иван написал «Золото, фунт, иена, евро». Обязательно мы это сейчас посмотрим. Если какие-то вопросы, да, также будут появляться далее, то обязательно пишите, я буду на них останавливаться. А сейчас тогда запускаю MetaTrader. Как всегда, на текущий момент мы начинаем проводить наши вебинары на платформе MetaTrader 5, да, 5-й MetaTrader, который, собственно, ну, я уже говорил, да, напомню, что есть информация о том, что компания MetaQuotes, это разработчик платформы MetaTrader, в ближайшее время может перестать поддерживать 4-й MetaTrader. Поэтому мы со своей стороны, да, компания Admiral Markets, сделать все возможное, чтобы максимально комфортно для всех трейдеров можно было перейти на MetaTrader 5. Поэтому мы запустили новые счета, ну, фактически улучшили существующие. То есть теперь на 5-м MetaTrader можно торговать не только валютами, а теперь там появились и индексы, и акции, и, ну, собственно, золото, и криптовалюты. Ну, то есть он, в принципе, соответствует по условиям инструментов тем счетам, которые у нас есть на 4-м MetaTrader. Поэтому мы начинаем знакомиться с ним, и, собственно, все наши обзоры тоже начинаем проводить именно по нему. Поэтому вы для себя тоже можете с ним
с ним ознакомиться и максимально комфортно в будущем, к примеру, перейти с вашего реального счета открытого MetaTrader 4 на MetaTrader 5. Открыть новый счет вы можете в кабинете трейдера, и также там возможно сделать внутренний перевод. Иван написал, что по всем этим инструментам стоит в лонг. Отлично. Сейчас посмотрим, в принципе, какие у нас перспективы по движению есть на текущий момент. Коллеги, вот сейчас перед вами должен быть MetaTrader, пара евро-доллар. Если вы ее видите, то поставьте плюсик и будем начинать разбирать инструменты. Отлично, плюсики вижу. Начнем, как всегда, с пары евро-доллар. Что я бы хотел сказать и на чем остановить ваше внимание по данному активу. Во-первых, если мы посмотрим более крупный таймфрейм, у нас здесь есть уровень поддержки, который находится в области минимальных значений, который мы видели 16 августа, да, середина августа. Это область поддержки 1.1664. Вот данный уровень, он, на мой взгляд, является среднесрочным. То есть рассматривать продажи по евро будет иметь смысл, ну, такие среднесрочные, долгосрочные продажи по евро. Мы сейчас не говорим о внутренних коррекциях, а именно о потенциале снижения там в области 1.02-1.03 и к паритету с долларом, а только в том случае, если пара сможет преодолеть данную область. То есть это 1.1664. Сейчас, опять же, вблизи данного уровня может появиться довольно-таки интересный сигнал на возврат уже к покупкам, то есть завершение той коррекции, которую мы фактически видели, начиная с первых чисел сентября, да, то есть коррекция была порядка 400 пунктов, она пока еще продолжается, но сейчас вот мы посмотрим уже некоторые предпосылки к ее завершению. Ну и так как вот те сигналы, которые могут появляться уже на более меньшем таймфрейме, идут на в качестве подтверждения, да, то есть первым, да, на что стоит обратить внимание. То есть мы подошли к уровню поддержки. Фактически мы у него вблизи этого уровня находились, ну, практически последнюю неделю, да. И формирование уже на меньшем таймфрейме сигнала на покупку, то есть на завершение коррекции, уже может являться хорошим, ну, достаточно интересным сигналом на продолжение роста. Так вот, первое, на что мы обратим внимание, это то, что пара евро-доллар торгуется вблизи уровня, да, который у нас был показан в прошлую пятницу, как раз когда выходили данные по количеству вновь созданных рабочих мест не сельского хозяйства, которые также онлайн комментировал Фредерик на нашем YouTube-канале. И фактически сейчас вот это падение мы видим, что оно останавливается. Теперь давайте перейдем уже на таймфрейм часовой, то есть фактически тот таймфрейм, на котором мы сможем посмотреть, что у нас происходит, что называется, локально. Во-первых, на прошлой неделе у нас вебинар был, получается, 2 октября. Фактически тогда мы видели, еще раз у нас был импульс, завершающийся на продолжение коррекционного движения. Первые попытки его, ну, собственно, завершить происходили вот с периода 28-29 сентября. То есть на что мы на тот момент ориентировались, да, на что мы смотрели. Фактически мы будем смотреть сейчас то же самое. То есть у нас цена торговалась, ну, фактически на 50 пунктов выше от уровня поддержки, да, который мы сейчас отметили. И 29 числа рынок пытался уйти выше максимум числа 28-го. То есть в чем здесь принцип, да? Вообще для валютных пар это очень характерно, то есть смотреть, как торгуется день, да? То есть если у нас каждый день закрывается каждый максимум выше, к примеру, открытия, то у нас сохраняется тенденция восходящая. В данном случае мы видим, что начиная вот как раз с 20-х чисел сентября, да, последний вот этот импульс, который у нас был, каждый максимум идет ниже предыдущего, да, то есть здесь была небольшая коррекция, но тем не менее основное направление у нас оставалось нисходящим. И первые как раз вот признаки того, что цена может остановить свое падение, то есть инициативу перехватят покупатели, да, что называется. И, собственно, 29 числа уже цена пыталась закрыться выше
максимумов предыдущей торговой сессии. Сейчас вот я отмечу, да, чтобы это было видно. То есть вот у нас есть максимум, который был 28 числа, и на следующий день мы пытались закрыться выше. Могли ли мы уйти, собственно, дальше в нисходящую тенденцию? Безусловно, могли. И для тех, кто, к примеру, рассматривал покупки с данных уровней, я также в том числе их рассматривал. Ближайший уровень стоп-лосс, который разумно было ставить для данной сделки, это минимальное значение, который мы видели 27-28 числа. Затем далее мы видели следующий нисходящий импульс, который на тот момент отменил фактически данный нисходящий сценарий, и коррекция нисходящая продолжилась. Что мы видим сейчас? Да? Сейчас мы видим то, что в пятницу, во-первых, выходили сильные данные по США, и день у нас закрылся выше открытия. Мы видели локальный минимум, то есть доходили до отметки 1.1667, и фактически закрытие произошло, ну, то есть на нонфармах мы сходили еще вниз, а затем к концу торговой сессии мы вернулись обратно. Сначала обновили максимальные цены за день, и как итог, пятница у нас закрылась выше. Соответственно, для начала, да, для начала восходящего движения, первый сигнал, который нам необходимо отследить в рамках часового таймфрейма, это закрытие выше максимум, который были 5. То есть, по крайней мере, одна часовая свеча и закрывается, и открывается выше данного уровня. Такие свечи у нас уже стали появляться после 12 часов. Вот 13-часовая свеча, 14-часовая свеча. Сейчас вот сделаю чуть поближе. Вот да, коллеги, кстати, напомню, что у меня для удобства включен такой индикатор, который идет в пакете MetaTrader 4 Supreme Edition. Он позволяет сразу же показывать вот такой зеленой линии максимальное значение за день и красный, как внизу, минимальное. То есть это очень удобно, когда вы ищете, к примеру, пробитие торгового дня. Да? Для меня это максимально удобно. Поэтому на текущий момент, что мы видим? У нас вот свечи, которые были вот в 13 часов, как я уже сказал, в 14 часов уже закрывались выше данного уровня. Поэтому с данных ценовых значений мы можем получить продолжение роста уже по паре евро-доллар. Какие у нас цели? Да? То есть, в принципе, сейчас мы видим, что пара евро-доллар показывает нам свою готовность к росту. Вот Иван написал, что по евро на 4 часах дивергенция. Ну, на этом, как я уже говорил, да, и в принципе на многих вебинарах, я думаю, что слышали, многие сигналы могут повторяться. Я расскажу с точки зрения тех моментов, да, которые я для себя отмечаю. То есть дивергенция — это также косвенный сигнал на подтверждение того, что тенденция может развернуться. То есть, скорее всего, вот эти минимумы идут в разрез с тем индикатором, скорее всего, это MACD, который вы смотрите. Так вот, какие цели, да? Цель по восходящему движению. То есть, если начинается рост, то среднесрочная цель, куда пара евро-доллар может вернуться, это максимальное значение, которое мы видели в области в начале сентября. То есть это 1.2080. А если мы возьмем от текущей цены, то это рост, потенциал роста порядка 330 пунктов у нас может быть. В том случае, если тенденция на укрепление продолжается. То есть пока предпосылок для ее изменения нет. Вот если мы уйдем ниже тех минимумов, которые у нас сформированы были ранее, да, то есть область поддержки в области 1.1663, тогда мы можем говорить о продолжении нисходящего роста, и тогда уже приоритет можно сместить в сторону продаж. Но пока мы торгуемся выше данного уровня, на мой взгляд, продажи все еще остаются в приоритете, и наибольший интерес представляет та возможность, которая дает присоединиться именно на покупку, да, то есть в сторону основного тренда, который у нас является основным, да, в рамках более крупного таймфрейма. Так вот, возвращаясь уже к текущей ситуации, то есть фактически мы получили подтверждение на открытие первых сделок, да, на покупку с текущих уровней, с ближайшими целями движения в область максимальных значений, которые мы видели на отметке 1.20. Да? То есть, если входить, к примеру, от текущих цен, вот важный момент с точки зрения установки стоп-лосса. Да? Потому что, ну, на мой взгляд, я надеюсь, что вы меня в этом поддерживаете, стоп-лоссами пользоваться нужно. И нужно ими пользоваться не просто потому, чтобы стоп-лосс стоял, да, то есть
потому что все об этом говорят, а потому что это действительно позволяет разумно контролировать риски. То есть, вот я думаю, что такие ситуации бывали у многих, особенно на первых этапах начала трейдинга, когда вы открываете позицию, возможно, это было какое-то импульсивное решение, но тем не менее вы видите, что рынок движется, хочется в нее войти. Открываете позицию, стоп-лосс не ставите, тейк-профит не ставите, и вот начинается постоянное отслеживание графика. То есть мы смотрим, куда у нас идет позиция, там какой плюс, какой минус, и вот каждое такое колебание нам дается очень сложно. То есть, я через это также переходил, и вот простой способ, который позволяет избавиться от лишних эмоций, да, в трейдинге, потому что эмоции в трейдинге, они очень губительны. Сразу же начинается большое количество ошибок, и трейдер отходит от своей торговой системы, уже начинается такой импульсивный трейдинг, а такого быть не должно. То есть это работа, которую нужно делать изо дня в день. Так вот, когда вы для себя определяете ту рисковую часть, которую вы можете для себя позволить, да, потерять, то есть это может быть 1%, 2%, это может быть какая-то сумма в деньгах, уже эта позиция для вас будет восприниматься гораздо проще. И дождаться ее выполнения, то есть закрытие сделки там, по тейк-профиту, либо по стоп-лоссу, уже будет гораздо проще. Даже если она закроется по стоп-лоссу, но вы уже для себя определили этот риск. Да, важно, безусловно, учитывать то, что риск, он должен определяться, ну, разумно. То есть ставить стоп-лосс и надеяться, что он не сработает, да, и поставив слишком большой риск, это ну, не очень правильно, потому что все равно эта сделка так или иначе может закрыться, да, с убытком. И не нужно отдавать там большое количество внимания тому, что сделка закрывается с убытком. Безусловно, те убыточные сделки, которые проводите, их необходимо анализировать. Но одна убыточная сделка не может нанести вашему депозиту существенный урон. Точнее, она не должна. Технически вы можете открыть с кредитным плечом, да, максимальный объем и в одной сделке потерять большую часть депозита. Ну и тогда, собственно, у вас не будет возможности продолжать вашу торговлю. А такого быть не должно. А вот Юрий задает очень хороший вопрос, сколько пунктов использует стоп-лосс. Вот каждый раз это значение абсолютно разное. То есть ответить, какое количество стоп-лосс должен быть пунктов, вот именно в пункте, да, какое-то универсальное значение, его нет. Важно понимать, на каких параметрах вы стоп-лосс ставите. На мой взгляд, стоп-лосс должен стоять в тех уровнях, где держать убыточные позиции уже смысла нет. В данном случае, если мы разбираем вот именно конкретную ситуацию, да, у нас есть сигнал на то, что мы можем присоединиться фактически на покупку и далее следовать уже за трендом. Вот давайте ее и разберем. Для меня, да, для меня ситуация, при которой уже я буду рассматривать выход, да, в том случае, если этот сценарий не оправдает себя, это уход ниже минимумов, который мы видели в пятницу, да, 6 октября, то есть отметка 1.1670. Так вот, сейчас ситуация какая? У нас был сигнал на то, что мы, да, можем рассматривать покупки, и у нас есть цель по прибыли. Теперь, куда поставить стоп-лосс? Да, стоп-лосс мы ставим за этот уровень. И уже в зависимости от того, где мы сможем войти в сделку, например, если мы открываем сделку по текущей цене, да, у нас стоп-лосс получается 80 пунктов. Да, ну, чуть больше, 81-82 пункта. Так вот, здесь как раз в этом и заключается момент. То есть, если цена, к примеру, скорректируется, и вы будете следить за рынком или поставите отложенный ордер, там, например, на 1.1717, то вы сможете войти со стоп-лоссом уже меньшим. Но уровень, который цена должна преодолеть, он находится, он фактически не меняется. То есть, чем ближе мы к нему сможем войти, тем меньше фактически будет наш стоп-лосс. Для того, чтобы полноценно ответить на ваш вопрос, давайте проведем полностью разбор также этой сделки и ее откроем, для того, чтобы мы смогли ее также дальше сопровождать. По паре доллар-иена у нас на прошлой неделе тоже была открыта, мы, когда до нее дойдем, уже посмотрим, что у нас там сейчас происходит. Так вот, для того, чтобы удобно было считать ваши риски, я рекомендую воспользоваться, точнее установить на вашу платформу дополнение, которое называется Supreme Edition, и в нем есть очень удобная функция, которая называется мини-терминал. Да, вот она так выглядит, Admiral мини-терминал. Он устанавливается Supreme Edition как на четвертый, так и на пятый MetaTrader.
Мы его запускаем, у нас появляется вот такое небольшое диалоговое окно. И в нем мы можем задать параметры от нашего счета. Да, вот для примера. То есть у нас сейчас вот у меня депозит здесь 4800. Давайте сразу же вот рассчитаем сделку с риском 1%. То есть мы для себя в этой конкретной сделке можем рискнуть 48 долларами. Да, вот это риск для нас приемлем. То есть вот в этом и разница. То есть теперь мы должны посчитать, каким объемом мы можем открыть сделку, что в том случае, если она исполнится по стоп-лоссу, мы потеряем не больше этой суммы, а не отталкиваемся от количества пунктов. Для того, чтобы посчитать, вот у нас открыто окно мини-терминал, здесь есть поле лоты. Мы нажимаем кнопку Ctrl, ее держим и кликаем левой кнопкой мыши, да, вот в это окно. У нас появляется еще одно меню, в котором нам система спрашивает, какое, ну, параметры нашего стоп-лосса. Мы сейчас только что с вами смотрели, стоп-лосс я возьму с запасом 83 пункта, да, сюда его записываю, 83 пункта и риск в деньгах, да. Как мы сейчас с вами посчитали, это 48 долларов. Так вот, система нам сразу же посчитала, каким объемом мы можем войти в эту сделку, чтобы в ней не потерять больше 1% депозита. Это 0,5 лота. Нажимаем «Установить лоты». У нас сразу же в окне мини-терминала появилось поле лоты, появилось стоп-лосс, и мы фактически можем сразу же открыть сделку по тем параметрам, которые у нас установлены. Сейчас я сделаю, чтобы было показано торговые уровни. То есть вот, фактически мы получили сделку, открыли сделку, и в том случае, если цена уходит ниже минимумов, которые были в пятницу, для меня этот уровень критический, то есть если цена пойдет дальше вниз, то ну, пойдет уже перелоу, да, то есть обновится минимум среднесрочный, и тогда уже тенденция с большей вероятностью пойдет дальше на снижение по паре евро-доллар. Но пока мы торгуемся выше данного уровня, приоритет в рамках пока часового таймфрейма остается непосредственно покупкам. Теперь далее уже непосредственно по прибыли. То есть сделку по стоп-лосс мы по сделке обозначили, и далее мы ставим также take profit. То есть его можно поставить уже непосредственно с рынка, просто перетянуть. И в данной позиции что мы получаем? Да, мы получаем потенциальную прибыль, которая в случае благоприятного исхода принесет нам 158 долларов. И получаем сделку, которая в случае отмены данного сценария принесет нам минус 41 доллар, то есть чуть больше, чем 1 к 3. Вот такие сделки, на мой взгляд, являются наиболее интересными. И вот еще раз, да, возвращаясь к вопросу о стоп-лосс, то есть нет какого-то универсального значения. То есть стоп-лосс там 20 пунктов, 30 пунктов, он ну, не имеет большого значения. То есть он не будет настолько эффективен. То есть выход, он осуществляется тогда, когда нет смысла уже держать эту убыточную позицию. Для меня это минимум пятницы, да, то есть важный день, были опубликованы важные данные, ну, собственно, дальше уже будем смотреть, как ситуация будет развиваться и, соответственно, корректировать, потому что в рамках торговли стоп-лосс, безусловно, тоже нужно корректировать. Сначала он перемещается за локальный уровень, к примеру, текущего дня, то есть в перспективе продолжения роста, да, то есть мы сможем переместить стоп-лосс сначала за минимум понедельника, это делается, ну, по крайней мере, дождаться нужно закрытия торгового дня и так далее. То есть постепенно, когда у нас будет паттерн импульс коррекции, вот за те коррекции, которые у нас будут завершаться, ну, фактически, как у меня схематично здесь обозначено, то есть у нас идет следующий импульс, затем идет коррекция за этот торговый день, и когда мы получаем следующий импульс, то есть максимум, с которого начинается коррекция, он обновляется, мы сможем перемещать стоп-лосс сначала сюда, затем сюда, затем сюда. То есть таким образом поджимать цену с двух сторон. С одной стороны у нас стоит take profit, да, как цель максимум, и с другой стороны у нас стоит стоп-лосс, то есть мы нашу сделку сопровождаем, потому что в любом случае, ну, на мой взгляд, не совсем эффективно просто открыть сделку, да, и ждать, что сработает, take profit или стоп-лосс. Ситуация на рынке может поменяться, а если мы можем из этой сделки получить прибыль, то эту ситуацию, безусловно, нужно использовать. Так вот, резюмируя то, что я сейчас сказал по паре евро-доллар, на текущий момент тенденция начинает формироваться на укрепление. Это произошло
Ну, собственно, мы видим обновление максимальных значений, которые мы видели в пятницу. Ну и, собственно, негативные данные вышли для американского доллара, что, в свою очередь, может как раз вот закончить то коррекционное движение, которое мы видели последние несколько недель, и вернуть у нас уже к основному тренду по данному активу. Поэтому сейчас будем отслеживать то, как будет сформирован торговый день. Если пара сможет уйти, как я уже сказал, ниже отметки 1.60, 1.1660, ниже минимума, который был в пятницу, то, собственно, это нас уже может вернуть к тенденции к нисходящей, точнее, поменять приоритеты с покупок, да, на продажи. И тогда уже ситуация, да, стратегия потребует корректировки, потому что сейчас мы, пока мы торгуемся вот выше данного уровня поддержки, основная тенденция пока остается на укрепление американского доллара, на укрепление евро против американского доллара. Переходим дальше. Дальше у нас на очереди пара британский фунт. Практически та же самая картина, та же самая ситуация, которую мы видим по данному активу. У нас идет перехай максимальных значений, которые мы видели в пятницу. Это область 1.3118. И, собственно, сегодня, опять же, во второй половине дня, то есть когда уже Европа начала торговаться, мы ушли выше максимум этого торгового дня, и с этих уровней мы также можем ожидать уже продолжения тенденции восходящей. Цели здесь роста чуть более привлекательные, чем по евро. Это движение в область 1.3617. Сейчас я его обозначу. И в рамках часового таймфрейма посмотрим ближайшие цели. То есть потенциал роста здесь порядка 430 пунктов. Опять же, если говорить о присоединении, да, на текущий момент по данной паре, то это также возможно. Ближайший уровень стоп-лосс, который, на мой взгляд, пока имеет смысл, это минимальное значение в области 1.30. 26 от текущих цен, это порядка 120 пунктов, да, чуть больше значений, к примеру, чем по евро. То есть, но здесь это, вот опять же, возвращаясь к вопросу о пунктах. То есть здесь это 120 пунктов, к примеру, по евро это 80 пунктов. То есть здесь, опять же, нужно смотреть соотношение, да, потенциальный риск, потенциальная прибыль. То есть даже если открывать сделку со стоп-лоссом 120 пунктов, у нас потенциал роста 430. То есть, опять же, чуть больше, чем 1 к 3. И по британскому фунту, опять же, посмотрим, если мы на старший таймфрейм. Если мы посмотрим старший таймфрейм, то ближайший уровень поддержки, такой долгосрочный, находится у нас на минимумах, которые мы видели также во второй половине августа. То есть это область 1.2770. То есть завершение вот этой коррекции вблизи этого уровня будет являться очень, ну, серьезным сигналом для начала покупок. То есть, ну, я имею в виду, не обязательно вблизи на этом уровне, но держать в голове то, что пока торгуемся выше данного уровня на дневном таймфрейме, то приоритет пока также остается за покупками, да, по данному активу. Так вот, опять же, в рамках часового таймфрейма, да, ситуация точно такая же, то есть покупки сейчас актуальны. Актуально они фактически начиная с сегодняшнего дня, и вот с этих уровней рассматривать покупки также имеет смысл. Давайте также сделаем, проведем операцию, чтобы нам на следующем вебинаре уже посмотреть, как эта ситуация будет реализована и каких корректировок, к примеру, она также требовала. Как мы с вами смотрели с парой евро-доллар, давайте включим мини-терминал, чтобы мы смогли эту сделку посчитать. Вот, кстати, коллеги, очень хороший момент. Смотрите, мы с вами сейчас, да, не планируя, к примеру, сделку по паре британский фунт, американский доллар, рассчитали сделку, да, то есть с риском 1% от нашего депозита по паре, по одной паре, да, у нас до этого еще открыт по американский доллар, японская иена. Так вот, важно
Во-первых, учитывать риск на одну сделку, да, и учитывать суммарный риск. То есть это может быть, к примеру, суммарная просадка там 3%, 4%, 5%. Либо у вас общий риск может быть 1%, тогда его нужно дробить между всеми сделками, которые вы открываете. Безусловно, когда у вас уже есть плавающая прибыль, то ее можно переносить на риски. Так вот, давайте по паре британский фунт также рассчитаем сделку с риском 1% от нашего депозита, то есть это $48 и до стоп-лосса у нас 130 пунктов. Мы также задаем данное значение, $48, да, получаем максимальный объем, в котором мы сможем войти, это 3 сотых лота, нажимаем установить, цифра у нас отобразилась и нажимаем купить. Да, и сразу же у нас сделка, сейчас включим торговые уровни, сразу же у нас сделка была открыта с тем максимальным риском, который мы в данной ситуации для себя можем позволить. Ну и далее уже. Наш ордер. Take profit в ту область значения, куда мы ожидаем рост, да, то есть как цель максимум, потому что для продолжения роста, опять же, на более крупном таймфрейме, нам необходимо сначала обновить максимальное значение, которое мы видели предыдущее. То есть это именно область 1.3580, да, вот те максимальные значения, которые у нас были во второй половине сентября. Ну, собственно, вот, то есть мы будем отслеживать дальше, как ситуация будет развиваться. По, как я уже сказал, по британскому фунту основной интерес сейчас, на мой взгляд, остается также к покупкам, поэтому за ними мы будем и присматривать. И для тех, кто присоединился уже чуть позже, я напоминаю, что чтобы посмотреть наш ежедневный обзор, который я записываю каждое утро, необходимо подписаться на наш YouTube-канал, обязательно ставить лайки ко всем видео, которые вы смотрите на нашем канале. Ну, и там каждое утро вы сможете найти свежий обзор текущей ситуации. То есть непосредственно по тем сделкам, которые мы сейчас также с вами открыли, там от меня комментарий обязательно будет. Идем дальше. Да? Пара американский доллар и японская иена. Вот здесь ситуация, собственно, следующая. Мы на прошлой неделе рассматривали ситуацию на открытие сделок на покупку, да, ну, так как у нас тенденция на покупку сохранялась. На текущий момент вот тот уровень минимальных значений, которые у нас фактически были сформированы, он пока остается там же на отметке 112.16. То есть я напомню, что мы смотрели по паре американский доллар японская иена. Также пара торгуется вблизи уровня сопротивления, то есть ближайший долгосрочный уровень, ну, такой более важный уровень, находится на максимальных значениях июля, середины июля этого года, это область 114.48. И завершение как раз вот этой коррекции, которая у нас есть по паре американский доллар и японская иена, может быть очень интересным сигналом на присоединение на продажу. Но пока у нас идет вот этот рост, работать контртрендом, работать на коррекции, но лучше с меньшим риском, мы также можем продолжать. Так вот, в рамках той ситуации, которая у нас сейчас есть, ну и учитывая те события, которые у нас были на прошлой неделе, во-первых, пока ничего не меняется существенно по данной паре, но что может насторожить, да, что может насторожить. Во-первых, данные вышли негативные для американского доллара в пятницу, собственно, мы увидели обновление максимальных значений, но к концу торговой сессии вернулись вниз. Сегодня мы уходили ниже фактически минимумов, которые были на прошлой неделе. Соответственно, вот эти все косвенные сигналы, они могут повлиять на то, что ситуация пойдет против нас, да, то есть так, цена стоит вблизи уровня, да, в таком небольшом коридоре, и дальше уже здесь есть два варианта. Либо цена уходит ниже тех уровней, которые у нас есть в области 112.20, и срабатывает наш стоп-лосс, но мы получаем подтверждение на начало нисходящего тренда. Либо все-таки доллар продолжает укрепляться, обновляет максимум в области 113.43, и далее идет уже к следующим целям в области 114.30 и далее на 115.
Так вот, если мы, да, опять же, придерживаемся торговой стратегии, то важно выдерживать, да, вот эти моменты, потому что сейчас фактически у нас получаются сделки диверсифицированы, то есть если у нас открыта сделка по паре евро-доллар, да, и евро будет сильнее американского доллара, то мы, собственно, получим прибыль по данной сделке. В свою очередь, американский доллар, японская иена, тогда с большей вероятностью пойдет вниз, то есть доллар будет дешеветь. И тогда, собственно, у нас данная сделка закроется с убытком. То есть мы как бы себя диверсифицируем, но позволим себе дальше там с евро-долларом, с британским фунтом идти дальше и, собственно, расти. Но для того, чтобы выйти полностью из тех продаж, которые у нас были открыты, нам необходимо увидеть уход ниже, ну, соответственно, фактически дождаться срабатывания нашего стоп-лосса, то есть в области 112.17, и пока эта сделка у нас такой и останется. Ну, а вот уже искать новые продажи, то есть двигаться уже в сторону основного тренда, будет иметь смысл после, опять же, той ситуации, ну вот исходя из того, что мы с вами делали, это когда сработает стоп-лосс, то есть когда цена уйдет ниже и закрепится ниже минимальной значения в области 112.16. Ну, сделки мы сможем искать чуть раньше, то есть цена может, к примеру, пойти пробить минимум, который будет сформирован сегодня, это может произойти там еще там в оставшиеся несколько часов торговли, либо в начале торговой сессии, которая будет уже завтра, но тем не менее, то есть пока по паре американский доллар и японская иена мы торгуемся в боковике. Да? Японская иена боковики очень любит, и выходы из нее, как правило, очень хорошие. Поэтому если говорить о продажах, то только после ухода ниже отметки 112.19. То есть нам нужно дождаться вот именно этого сценария для подтверждения уже нисходящего импульса. Поэтому пока покупки краткосрочно, да, остаются. О продажах уже поговорим после того, как цена закрепится ниже отметки 112.16. Вот такое резюме по тому, что мы, собственно, делали. Австралиец. Пара австралийский доллар, американский доллар. Посмотрим более крупный таймфрейм. Здесь пара, ну, фактически подошла вот к области поддержки максимальных значений, которые мы видели в марте этого года, да, подошли к этому уровню с обратной стороны, и, собственно, вблизи также этой отметки мы можем получить остановку и продолжение роста в область уже 81.16. Теперь, что касается более меньшего таймфрейма, да, таймфрейма часового. Вот сейчас, да, на текущий момент, то нисходящее движение, которое мы видели, начало которого мы видели 5 октября, оно все еще остается. Оно все еще остается. И если говорить о возобновлении покупок, да, то есть о первых попытках начать покупать, то есть получить первый подтверждающий сигнал, нам необходимо увидеть закрытие выше отметки 77.98. Это максимум, который у нас был сформирован в пятницу, но также это уровень, вот, который мы видим сейчас, да, на текущий момент. Представим ситуацию, при которой у нас день закрывается, ну, вот, примерно на тех же самых уровнях, которые мы видим сейчас. Давайте я сейчас обозначу вот этот максимум, да, который у нас был. Фактически, если завтра мы уже получим закрытую часовую свечу вот выше данного уровня, в этой области, то есть выше максимумов, которые были сегодня, то с этих уровней мы опять же можем уже рассматривать покупки со стоп-лоссом за ближайший минимум, с которого пошел последний импульс. То есть это будет минимальное значение пятницы. Отметка 77.31. То есть фактически мы сможем получить с уровнем стоп-лосса порядка 62 пунктов и потенциалом роста в область 81.14 порядка 320 пунктов. Опять же, соотношение довольно-таки интересное. Но пока рост по австралийцу не начался, да, то есть нам необходимо дождаться именно подтверждающего сигнала, который нам позволит присоединиться к данной паре уже, когда импульс совершен, то есть когда рынок начинает двигаться в нашу сторону. То есть, ну, это, в принципе, основной момент, да, всех торговых стратегий, то, что нужно дождаться непосредственно сигнала. По австралийцу
важным элементом будет та ситуация, при которой мы откроемся выше максимума предыдущей торговой сессии. То есть это будет либо максимум пятницы, либо максимум понедельника. Но в любом случае нам нужно дождаться, как закроется сегодняшний торговый день и как откроется торговая сессия завтра. Пара американский доллар, канадский доллар. Ситуация очень похожа, с той лишь разницей, что пока еще Америка до конца не отторговалась, да, а пока у нас цена по канадцу не ушла ниже минимумов, которые были, собственно, в пятницу. Мы отмечали завершение вот этой коррекции, то есть первой попытки начать как раз вот нисходящее движение у нас были 4 октября, да, но рынок еще был к этому не готов. И 5 октября мы все-таки обновили максимум, то есть ушли выше максимального значения 4 октября, то есть была отмена начала нисходящего сценария, и тенденция на укрепление продолжилась. Так вот, если говорить о сделках, которые могли быть открыты на покупку, то имеет смысл задуматься о их корректировке или о их полном закрытии, в том случае, если пара сможет обновить минимальные значения, которые мы видели в пятницу, в области 1.2552. Ну и, собственно, уже задуматься об открытии сделок на продажу после обновления данного ценового значения со стоп-лоссом за максимум, который мы видели также в пятницу, отметка 1.2598. То есть фактически у нас диапазон здесь порядка 73 пунктов, а потенциал снижения это область уже 1.20. Да? То есть технически мы получаем потенциал по данной сделке. Сейчас вместе посмотрим. Порядка 460 пунктов, да, но безусловно нужно начаться с подтверждения. То есть первое, вот как раз подтверждение первой попытки у нас были еще на прошлой неделе, но пока они не получили достаточного подтверждения со стороны участников рынка, но вполне вероятно, что вблизи вот данного уровня 1.2597 и после нон-фармов мы как раз это подтверждение более внятное, что называется, получим. Вот хочу ваше обратить внимание, что тенденция на укрепление, да, вот эта коррекция по канадцу была довольно-таки техничной, то есть, в принципе, рост у нас шел по тренду, соблюдались очень хорошо уровни поддержки, ну и, собственно, по канадцу, канадец очень технический инструмент с этой точки зрения. Поэтому, коллеги, резюмируя, канадец, сейчас покупки краткосрочные остаются до тех пор, пока мы торгуемся выше 1.2552. Закрепление ниже данного уровня возвращает нас к продажам, и тогда будет уже иметь смысл о них задуматься. Вернулся в чат, да, вижу, что пока вопросов нет. Смотрим дальше. Да. Дальше у нас на очереди еврофунт. По паре еврофунт, собственно, начало вот этого восходящего движения мы с вами отслеживаем, начиная с 29 сентября. То есть, собственно, после пробития максимума, который мы видели 28 сентября, тенденция на укрепление продолжилась, и мы прошли порядка 180 пунктов. Сейчас мы видим некоторые замедления. Пятницу мы закрылись выше максимумов, а вот начиная уже с сегодняшнего дня, мы видим, что торгуемся ниже открытия, да, на текущий момент. И уже в середине торговой сессии в 15.00, то есть, ну, практически уже когда Америка начинала торговаться, мы получили пробитие ниже минимумов, которые мы видели в пятницу. Поэтому вот здесь также сейчас есть сигнал о том, что тенденция на ослабление евро против британского фунта может получить подтверждение. Ну и, собственно, в рамках часа, да, мы начинаем снижаться. То есть начинаем стремиться к тому, что британский фунт будет дорожать быстрее, чем евро. Продолжать покупки будет иметь смысл в том случае, если пара уходит выше отметки 89.90, да, то есть максимум, который был в пятницу у нас зафиксирован. Но пока краткосрочно продажи, на мой взгляд, остаются в приоритете по данному активу. Движемся дальше. Вот здесь еще один интересный инструмент. Золото. Что мы видим по золоту? На более крупном таймфрейме мы видим
коррекционное нисходящее движение от максимума, который мы видели в начале сентября, это отметка 1359 долларов за тройскую унцию, скорректировались практически на 100 долларов, дошли до отметки 1260, и пока тенденция на укрепление остается в приоритете. Ближайший уровень важный, ну, такой долгосрочный критический уровень, это отметка 1200 долларов за тройскую унцию. Вот если говорить о глобальных продажах, то опять же только после преодоления данной отметки. Сейчас в рамках часового таймфрейма что мы видим? Да? У нас опять же день в пятницу закрылся выше открытия. Да? После нонфармов мы видим рост золота. И сегодня с утра фактически золото торгуется выше максимальных значений, которые у нас были открыты, которые мы видели в пятницу. Поэтому на текущий момент в рамках часового таймфрейма, опять же, мы можем говорить о начале роста по данному активу. А ближайшие цели по движению, да, среднесрочные, это обновление максимальных значений, которые мы видели в начале сентября. То есть движение в область 1350 долларов за тройскую унцию. Отмена данного сценария произойдет в том случае, если мы увидим уход ниже минимумов, которые были в пятницу, отметка 1260 долларов за тройскую унцию. Ну, либо ниже тех уровней, которые будут сформированы сегодня. Но об этом я уже буду рассказывать на наших видеообзорах, которые публикуются на нашем YouTube-канале. Поэтому сейчас, да, подводя итоги по золоту, покупки остаются в приоритете в рамках часового таймфрейма. Ну, собственно, дальше, насколько будет долго продолжаться данная тенденция, мы с вами будем вместе отслеживать. Нефть марки Brent. По нефти марки Brent в пятницу мы также видели закрытие ниже открытия. Закрытие ниже открытия рынка по нефти, собственно, доходили до минимальных значений в области 55-40, и на текущий момент приоритет остается именно за продажами по нефти марки Brent. Если говорить о возобновлении покупок, то они будут актуальны только после ухода выше, ну, текущий уровень, который я могу обозначить, это максимум, который у нас был в пятницу, 57-57. То есть вот покупки, как сценарий, который обозначен зеленым цветом, будет актуален после обновления данных максимальных значений и с дальнейшими целями на 58.60 и на 59.60. Ну а пока мы торгуемся ниже данных ценовых значений, то приоритет остается именно за продажами по данному активу. Поэтому если вы, например, находитесь сейчас в покупках, то нужно внимательно посмотреть на вашу сделку, на вашу позицию. Ну и по индексу DAX, то есть вот здесь очень интересная ситуация, да, интересная тем, что индекс DAX у нас торгуется фактически в области максимальных значений, в области исторических максимумов. Да, вот можем с вами посмотреть недельный таймфрейм, то есть ближайший максимум, который мы видели, это область 12929, да, те максимальные значения, которые мы видели в июне этого года. Потом мы видели небольшую коррекцию до отметки 11878, затем уже рост продолжился. На текущий момент покупки по индексу DAX также остаются в приоритете. Да? На мой взгляд, покупать на самых максимумах всегда может быть, ну, довольно-таки сложное решение. Да? Ну, я думаю, что те трейдеры, кто сталкивался с этим вопросом, да, когда особенно там биткоин стоил там 5000, вот возникал вопрос, надо ли покупать. Но это же вопрос был, когда там биткоин стоил и 400, и 800, и 1000. Да? То есть вот уже казалось, что все максимум. Но индекс DAX — это не криптовалюты, он так быстро расти не будет. Здесь мы там несколько десятков процентов прибыли получить за несколько дней не сможем, но тем не менее. На мой взгляд, наиболее интересное торговое решение по индексу DAX, это, ну, безусловно, можно рассматривать покупки с текущих уровней, но критический разворотный уровень находится на минимальных значениях, которые мы также видели в пятницу. То есть это область 12941. То есть вот
Пока мы торгуемся выше, покупки остаются, то есть стоп-лосс, собственно говоря, за этот уровень. А затем, после преодоления уже вот данной отметки, можно рассматривать продажи, но обязательно уменьшать риск, так как это идет контртрендовая торговля. То есть использовать, например, не 1% от депозита, а, к примеру, 0,5%. И вот уже по завершению этой коррекции, которая может произойти чуть ниже, да, спустя там неделю, две, месяц, это не столь важно, вот тогда уже присоединяться вновь к росту, да, то есть так как цене в любом случае нужен запас, да, нужен запас хода, и наиболее интересно присоединяться в таких ситуациях уже непосредственно после коррекции, да, после коррекционного движения. Коллеги, вот я по всем основным вопросам, которые я хотел рассказать, я рассказал. Я напоминаю, что для всех, кто присоединился к нам чуть позже, что у нас на следующей неделе стартует новый поток курса персональной инвестиции. Приложил ссылку на наш сайт, там можете более подробно прочитать описание. Фактически на этом курсе я расскажу максимально подробно о том подходе, который я использую для анализа. То есть мы поговорим в целом, да, что такое инвестиции, да, как правильно распределять риски, на что стоит обращать внимание в рамках технического анализа, фундаментального анализа, как правильно выстраивать риск-менеджмент и, собственно, вот на основе своей торговой системы я расскажу, на какие важные моменты нужно обращать внимание. Поэтому регистрируйтесь, все, что необходимо для участия, это время в понедельник, среду и пятницу на следующей неделе. Час-полтора, начало занятий проходит в 18:30. Собственно, регистрируйтесь, и помимо времени, да, это все, что необходимо, это наличие демо-счета, да, по крайней мере, демо-счета, открытого в Admiral Markets. То есть, ну, здесь, я думаю, что ничего сложного в этом нет. И еще раз, да, напоминаю, что просто призываю, да, к тому, что нужно подписываться на наш YouTube канал, чтобы не пропускать свежие видео, свежую онлайн аналитику, разбор рыночной ситуации, которую мы проводим онлайн. Я напомню, что ближайший у нас будет в среду. Завтра будет добавлено уже непосредственно как онлайн-трансляция. Вы сможете себе поставить напоминание минутки ФОМК в 21:00. Мой коллега Фредерик будет и о них рассказывать. Также, коллеги, у нас на этой неделе будет вебинар, который посвящен торговым стратегиям с использованием осцилляторов. Будет проводить моя коллега Кира Юхтенко, трейдер с многолетним опытом. Она будет как раз рассказывать о особенностях использования осцилляторов в вашей торговой стратегии. Поэтому сейчас тоже приложу ссылку на ее вебинар, чтобы вы смогли зарегистрироваться и обязательно его посетить. Но если мало ли у вас не получится, запись обязательно будет на нашем YouTube-канале, но нужно на него подписаться, чтобы получить уведомление, когда свежее видео будет добавлено. Хорошо, коллеги, если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, напишите. У меня, наверное, есть еще один небольшой вопрос, да, к вам. Кто-то присматривался уже к торговле криптовалютами, включением их в ваш портфель, и нужно ли сделать, ну, точнее, я планирую сделать, да, отдельный курс, который будет посвящен непосредственно торговле криптовалютам, да, то есть, чтобы рассказать, что они из себя представляют, какие есть особенности и что нужно учитывать, потому что это новый актив, это новый инструмент, он достаточно молодой в сравнении там, с валютами, с фиатными деньгами, да, там, с евро, с долларом, либо с какими-то другими инструментами. Поэтому есть важный момент, который нужно учитывать. То есть фундаментальный анализ там несколько другой. Он похож, но он другой. Так вот, коллеги, кто-то уже присматривался? Ну, давайте так, если кто-то уже торгует в Admiral Markets криптовалютами, да, то есть биткоином, Ripple, то поставьте один, да, давайте один. Если кто-то присматривается, то есть хочет включить в свой портфель, но не знает, как к нему подойти, да, как инструменту, то поставьте цифру 2. И если вам это вообще не интересно, да, биткоин кажется вам там каким-то пузырем, то поставьте цифру 3. И тогда вот этот момент тоже мы с вами сможем обсудить. Да, вот Виктор, да, Юрий. Угу.
Да, вижу, что вот больше тех пока, кто с сомнением относится к криптовалютам. Отлично. Ну, я думаю, что вот как раз об этом поговорить будет иметь смысл, потому что, ну, на мой взгляд, это вот тот раздел экономики, который сейчас предлагается. То есть я не говорю о том, что тот же самый биткоин, это вот будет то, что вырастет до небес и все. То есть я говорю о сфере в целом, да, то есть технология блокчейн и, в принципе, те интересные решения, которые предлагает эта технология с течением времени, да, возможно, через год, возможно, через 5, через 10, но здесь уже более такая долгосрочная перспектива, может поменять, в принципе, многие сферы нашей жизни. И, безусловно, на это важно обращать внимание. Да, конечно, я для себя эти инструменты включил также в свой инвестиционный портфель, и здесь есть определенные моменты использования, да, то есть когда вы такой небольшой, да, вот давайте кусочек, да, то есть на что нужно обращать внимание при торговле криптовалютами. То есть если мы говорим о паре евро-доллар, да, то есть вряд ли она сможет там упасть более там, ну, не знаю, 3-5% за день. А криптовалюты это могут. Так вот, когда вы для себя выбираете ими торговлю, то, во-первых, сделки на продажу, ну, на мой взгляд, не столь интересны, да, потому что вот упасть, да, она максимум может на 100%, а вырасти она может на 100, на 200, на 300, на 1000%. То есть покупки с коррекцией, на мой взгляд, являются основополагающим. Поэтому я вот, например, для себя продажи по криптовалютам не рассматриваю, то есть такие спекуляции. Ну, безусловно, все там операции, которые я для себя провожу, это более такие среднесрочные, то есть не спекулировать внутри дня, да, это очень сложно, да, на текущий момент, то есть волатильность крайне огромная, поэтому на текущий момент наиболее интересными как раз вот моментами для включения криптовалют в инвестиционный портфель, и то, что я рассматриваю, это их покупка непосредственно с коррекцией. И, безусловно, здесь важно учитывать риск. То есть, если вы вот открываете позицию, да, то есть покупаете с плечом или без плеча, то есть просто на каких-то криптобиржах, к примеру, то, но если вы покупаете без плеча, то, собственно, здесь все нормально, да, то есть вы просто ее можете держать, эту позицию, до тех пор, пока она не выйдет в плюс. Но нужно понимать, да, нужно помнить о том, что это новая сфера, да, риски здесь гораздо выше. И нужно быть готовым к тому, что вы можете получить как несколько сотен, да, то и 1000%, к примеру, роста, да, это действительно возможно. То есть мы видим, как эфир, биткоин вырос за тот же год, например. И такой же, и важно понимать, что цена может также опуститься на 50%, на 70%. То есть вы должны быть готовы к тому, что ваш депозит в этом случае еще находится под большей угрозой, да, что называется. То есть, но, безусловно, работать на этом, по этому интересно. Вот Ирина задает вопрос, то есть, опять же, Ирина задает вопросы как результат. То есть, как я уже сказал, то здесь я рассматриваю, то есть, во-первых, все позиции, которые открываются, они открываются с тем расчетом, что если цена уйдет от максимальной точки входа, то даже до нуля, да, то есть запас по счету у меня остается. Да? И что касается ну, что касается той прибыли, которая есть, то есть она не какая-то гигантская, да, то есть, безусловно, все мы ее можем ожидать работать с криптовалютами, но за последние там несколько, за последние 3-4 месяца, то есть, в принципе, прирост порядка 30%, да, к общему портфелю я для себя считаю довольно-таки интересным с точки зрения, опять же, того, что он довольно-таки консервативно подобран. То есть просадка там даже на 30-40% она какого-то существенного урона не принесет, и я здесь буду просто дождаться того, когда уже цена, ну, продолжит свой рост, потому что, на мой взгляд, пока рынок криптовалют, он в перспективе будет только расти, поэтому к сделкам на продажу будьте предельно аккуратны.
Юрий вот задает вопрос. Валюта должна опираться на экономику. А что лежит в основе криптовалюты? В основе криптовалют лежит технология. Да, то есть все довольно-таки просто. Если провести аналогию с тем же самым золотом, ну что лежит в его основе? Да? Почему оно так дорого стоит? Потому что есть особенности, которые важны, да, которые интересны. То есть то, что золото является довольно-таки интересным, ну, химическим элементом. Да? То есть оно не окисляется, его мало. И фактически его стоимость – это те затраты, которые идут на его добычу. То же самое и с биткоинами. Ну, это уже тема другого разговора. То есть вот если просто ответить в двух словах, что лежит за биткоином, то это технология. Пока это, ну, в принципе, это так и останется. Если эта технология будет получать развитие, да, она будет применяться в различных областях сферы, то есть, ну, это и будет его поддерживать, технологию блокчейн, ну, и различные криптовалюты. Хорошо, коллеги, я вашу обратную связь по криптовалютам понял. В ближайшее время сейчас идет работа как раз вот над созданием серии видеоуроков по работе с криптовалютами, и обязательно она будет на нашем YouTube-канале, поэтому подписывайтесь и обязательно увидите, когда этот курс будет добавлен. Тогда на сегодня будем прощаться. Всем желаю хорошей торговой недели и увидимся с вами уже в следующий понедельник, да, подведем итоги недели текущей и посмотрим, что нас будет ждать дальше. Всем спасибо и до свидания.